когда женщина обращается к мужчине и говорит, мне нужна поддержка на сцене. Наверное, может быть, и тогда у вас впервые в голову пришла мысль о вот ваших многочисленных дуэтах с известными певицами. Когда поет мужчина и женщина, это нечто. Это уже не только мужчина и не только женщина. Я обожаю дуэты. Давайте поподробнее мы расскажем о ваших вот творческих пересечениях с известными певицами. Да, дуэтов у меня было много. Я пел с Ларисой Долиной. Пел я с Ириной Понаровской. Даже в фильме о Мураде Кожлаеве есть кадр, когда мы с ней поем вместе романс «Я вас любил». «Я вас люблю». Теперь, значит, с Ксенией Георгиади. Вот, пел. С Валентиной Толкуновой у нас уже целая эпопея была. И... А чем эта работа была характерна для вас с Толкуновой? Ну, во-первых, потому что Эдуард Колмановский предложил нам вот этот знаменитый, потом ставший уже легендарным, что ли, вальс по новогодней елке. Да. Это, что происходит на свете, а просто зима. Не надо путать с тем вальсом, который звучит в фильме «Москва слезам не верит». Там другая мелодия, хотя текст тот же. А у нас Колмановский. Что происходит на свете, а просто зима. Просто зима, полагаете вы, полагаю. Я ведь и сам, как умею, следы пролагаю. Я ведь и сам, как умею, следы пролагаю. В ваш уснувший ранний порою дома. Что происходит на свете? А просто зима. Просто зима, полагаете вы, полагаю. Я ведь и сам, как умею, следы пролагаю. Я ведь и сам, как умею, следы пролагаю. Ваши уснувшие ранней порою дома. Конечно, это было. Во-первых, мы с Валентиной познакомились. Колмановский предложил нам этот дуэт. Мы его записали. Он стал, вошел в число песен года. Песня года была. Мы с этим дуэтом потом выступали. Все-таки Валя была безумно популярна. И я за счет этого дуэта как-то тоже стал мелькать, появляться. А какой из ваших дуэтов вот, с прекрасными певицами победил? Ну, по крайней мере, вот по вашему ощущению, в вашем сердце, который оставил самую... Ну, конечно, первая – это Валя Толкунова, потому что мы с ней много лет. Потом она сделала спектакль «Русские женщины», где она играла прообраз русских женщин вот по Некрасу все, а я играл, так сказать, собирательный образ князей, князя. Это была для меня работа, конечно, эпохальная, и я ее никогда не забуду. И огромное спасибо Вале за то, что она меня в эту работу втянула. И много концертов, которые меня бы молодого не приглашали. Она меня приглашала, и я за счет нее рос, и я у нее учился. Но ты не старишься, никогда не старишься. И шумят под окнами те же тополя. Вечной дружбой связаны.